лейтенант Ставкинцин за Истанбулский приз лошади трехлет. Бег возглавил полковник, на втором месте Кубрик, на третьем Жасперг и с небольшим просветом Беспечный. А бег ведет полковник под управлением мастера-наездника генерала Саликова. У него в спине Кубрик, едет Михаил Машинец. Далее Жаспер и замыкает Беспечный. В таком порядке участники заезда проходят отметку первой четверти дистанции. За 37,3 секунды пройдена первая четверть дистанции. Бег ведет первый номер полковника. Спиня на третий номер Кубрик, далее Джаспер. Из просвета второй номер Беспечный. За 36,7 секунды. Объект ведет полковник. К нему вплотную подъехал Кубрик. Есть Михаил Машинец. И у них в спине остался Жаспер. Пошли голова в голову полковника Кубрик. У них в спине Жаспер. И отстал Беспечный. В таком порядке участники заезда подходят к третьей четверти дистанции. Чуть впереди полковник. Тут же Кубрик. На третьем месте Жаспер. Третья четверть дистанции пройдена за 37,3 секунды. Уходят лошади на финишную прямую участники третьего заезда Орловского приза для лошадей трех лет. В борьбе пошли полковник и Жаспер. Кубрик, полковник, Кубрик, Жаспер на финишной прямой. В борьбе на финишной прямой